Ну, во-первых, когда человек становится очень заметным, его ошибка тоже очень заметна. И чем ты, скажем так, больше знаешь людей, чем тебя больше знают людей, тем аккуратнее нужно быть с высказываниями. Это и так понятно. То есть это не шутки. Ты уже себе не принадлежишь. Твоя популярность – это награда твоя, но это и твоя ответственность. Здесь нужно следить за тем, что ты говоришь, и следить за своими собственными мыслями. Ты не просто выскажешь свою личную позицию, ты людей склоняешь к своей точке зрения, каждым своим высказыванием, правильно? И не секрет, что некоторые точки зрения можно купить. Правильно? И для некоторых это вопрос цены. Я не намекаю, что сейчас кого-то купили или еще что-то. Да? Я просто говорю, что такое бывает очень часто. Это информационная война.